Командная работа. В нескольких селах Андроповского района накануне отметили некалендарные праздники. В Крымгиреевском после ремонта открылся ДК, а в селе Водораздел построили спортплощадку. Все это сделано по программе поддержки местных инициатив. С какими еще идеями вышли на краевую власть жители сел, Ольга Облогина продолжит. Они пришли нарядные, взяли зонты от солнца, надели кепки на детей. Жара не испортит им праздник. В селе Водораздел открывают спортплощадку. Этого здесь ждали долго. Очень долго, очень хотели играть. Волейбол, футбол – это для нас жизнь. Цветное резиновое покрытие, разметка, баскетбольные корзины, сиденья и мячи. Первыми сооружения опробовали местные гимнастки из цирковой студии. За ними на поле вышли рукопашники-юниоры и те, кому велико даже самое маленькое кимоно. Активному поколению новых спортивных рекордов и достижений. Много таких. Ждали очень площадку, чтобы нормально поиграть в футбол. А то на поляне играем, а тут получше будет. Жители села поздравили чиновники и депутаты. Спортплощадка – инициатива местных жителей, которую финансово поддержал краевой бюджет. Вот таких площадок, спортивных площадок, их у нас в районе будет 3 площадки. Одна в Водоразделе, вторая будет у нас в селе Красноярском и третья будет в Янкуле. После этого еще один праздник. Уже в селе Крымгиреевском гостей встречают караваем. Откушайте хлеба с солью. Местный ДК нуждался в ремонте. Чтобы спасти здание, жители начали собирать деньги всем селом. Кто сколько мог? Кто тысячу, кто 100 рублей, кто 50. Даже бабушки шли вот и говорили, мы рады, сейчас что вот это в программе как раз ремонт Дома культуры. Давали 100 рублей, 50 рублей. Пожалуйста, да, сделайте ремонт. Но денег все равно не хватало. Помогла программа поддержки местных инициатив. Из краевого бюджета селу пришла сумма, которая спасла здание, жизненно необходимое местным. Я записалась на вышивание. Почему на вышивание? Ну, мне нравится вышивать. И ну, еще я хочу записаться рисовать. Благодарен нашему Дому культуры, потому что они мне помогли поступить в Ставропольский колледж искусств на театральное отделение. Поэтому в дальнейшем я собираюсь прийти работать сюда, в наш Дом культуры, приносить свой вклад. Переделали фойе, полностью отремонтировали актовый зал. Он даже визуально стал больше, удивились гости. Прям такой серьезный зал. И потолок делали, и стены здесь. Покрытие какое интересное. Посмотрите, для сельского Дома культуры. Осталось повесить кулисы и впору проводить краевые фестивали, резюмировали чиновники, которых, конечно, тут же пригласили на концерт. Ой, да принимай, страна! Ой, да Ставропольский! Зал заполнен, ни одного пустого места. Посмотреть на новый отремонтированный ДК пришли всем селом. Очень комфортно, можно танцевать хорошо на сцене, петь, заниматься. Улучшился и еще один ДК Андроповского района в селе Куршава. В здании поменяли 45 окон и тоже по программе поддержки местных инициатив. Без политической воли губернатора Владимирова программа бы не дошла до Андроповского района. Больше десятка лет это был маленький сегментированный проект, адресованный восточным территориям края со скромными средствами. Решением губернатора финансовая поддержка инициатив ставропольцев в 2017 году увеличена до 200 миллионов рублей. В планах, обозначенных Владимировым на 2018 год, плюс еще 100 миллионов. Люди, как бы даже когда формировали всю эту идею, они не верили в то, что она действительно будет воплощена. И сегодня вот мы видели результат того, что я считаю, он очень положительный. Люди очень благодарны руководству края во главе с губернатором. Это как команда единомышленников в крае сработала положительно. До 1 октября в районе реализуют и другие инициативы. Это пешеходная дорожка в станице Воровсколесской, площадь у ДК в Курсавке, сквер у памятника погибшим воинам в селе Салуна-Дмитриевском.
По смете на все 8 задумок требовалось 19 миллионов рублей. 13 из них обеспечил бюджет края. Ольга Облогина, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.